Мне мусорка мешает, еще ложная жалоба, ты чё, на приколе что ли? Так, ладно, у меня суперкарта, чернушка, джаггернаут, я на Титана и Зиде. Ман, режим, если честно, прям ужасный. И карта, если честно, тоже ужасная для такой комбинации. Вооружение и карта такое себе. Ну ладно, попробуем. Подраздать чуть-чуть джазика. Чуть-чуть жесткого джазика подраздать на Титана и Зидочки. Так, чисто на ход ножки. Так, ребячки, 1000 дал добить. 1000 дал добить, 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 добить. 2000 дал добить. Он ноль, нулячий, нулячий, нулячий. Жизнь, все хорошо, спасибо, Аренбай. Музыку можно заказывать, да, за донат или лучше не рисковать с авторскими? Не, можно, можно, можешь заказывать. Смело. Смело, смело, смело. Смело можешь. Жить хорошо, Аренбайчик, все хорошо, спасибо. Кайфол, здорово, дела? Все хорошо, спасибо, ребячки, спасибо. Спасибо, спасибо. Я не успел отхилиться. Так, у меня опять команда какая-то не очень. Не очень командочку мне какую-то нацепили. Боже, опять какие-то обиженные. Против. Пес приваренной башни. Ё-моё, и ты еще что-то выписываешь в чат. Что происходит с этой игрой? Папарирамчик, парирумчик, что просто с ней происходит? Милтайка, спасибо. Я даже знаю, что Милтайка за песню заказал. Тут, как говорится, далеко ходить не надо. Песенку мы все знаем. Так, ну я каточку, короче, тушану. Сейчас эту катку тушану и тогда включу Милтаечка, хорошо? Спасибо тебе огромное. Сейчас контента подраздам жесткого на Титана и Зиде. И подрублю. Спасибо. На таком вооружении только бог игры может играть. Но... мы сейчас чуть-чуть подраздадим немножечко контентика. Мне бы еще, если честно, на корпус какой-нибудь нормальный. Нормальный контент бы на корпус. Боже, чел еще считает, сколько раз я солюсь. Мини-игры ты окончил полностью, я не смотрел видос. Не, 5 чекпоинтов прошел. Эй, кончится скоро плаки. Блин, ну тут такую каточку на контентик надо просто дать. Милтайка. Такую-то каточку на контентик-то надо дать. Или предлагаешь такую катку на контент не давать. Просто если это подрубалову делать, то все, контент обламывается сразу жестко. А тут такой контентик, ты что, Титана и Зида с вампиризмом. Еще и с кризисом. Лучшая комбина года. Обламывать-то такой контент нельзя. А если подрубалову сделать, то обломается вся движуха. Ну, чуть-чуть продлишь себе на 5 минут. Перепитие. Блин, надо купол жестко. Чел ликует от твоих смертей. Да я, ребятчики, если честно, в шоке от того, что происходит с этой игрой и в этой игре. Что с челами происходит, не знаю, ребятчики, не знаю, не знаю. Что-то им плохо становится уже при виде меня. Что-то им становится плохо. Один мешает. Другой пишет: Вань, привет, потом сидит, чисто снайпит жестко. И Кио знает, что с ними происходит. Так, надо как-то купол поставить на респах. И вжималову сделать. Не знаю как. Доехать мне до туда.
Но надо как-то попробовать. Петь. Метил, что ли? Что с тобой, дружище? Что такое? Что случилось, дружище? Доехать. Удишечку прожал. Жесткий купол. Ну, джаггернаута я не могу отсюда дотянуть никак. Джаггернаута, к сожалению, не дотянуть. Они не хватают. Ба, ну я контролил типа на подъеме, как только мог. Старая школа контроля подъема. Жаль, Джаггера так нельзя минусануть еще. Если бы можно было бы минусануть, было бы супер сильно. Так, мне надо еще один аудишник. Ну, урончик, 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 ребяточки, урончик, урончик, скинулись. Хорошо, соло, соло, ребяточки, соло переиграл. Переиграл и уничтожил соло. Соло, ребяточки, соло. Легкая. Просто легенькая каточка. Не почувствовал. Дружочка. Блин, че вы уже резисты от Изиды берут? Вы че, ребятки? Сейчас бы резисты от Изиды брать. Амахасла! Стиль йод-йод. Сакура Диэп Ремикс. Принч оф Даркнесс. Шадоу Ксарн. Арчес. Это две песенки, если так можно. Да, можно, без проблем, Илья. Спасибо тебе огромное. Сделаем. Там только сначала милтайки надо. Контентик милтаечки зарядим. И потом твои прослушаем. Спасибо огромное. А, ну переигрываю, ребячки. Переигрываю, переигрываю. Жестко переигрываю типочков. Просто соло закрываем. Соло. Соло. Соло на Титана Изиде, ребячки. Вот это уровень игры. Но это точно достойно вашего лайка, ребячки. Это достойно вашего лайка. Это 100% достойно вашего лайка. Ну что ты, дружище? На викинга рикошете Титана и Зидочку тянул на расстоянии, да? Показывал, какой ты сильный. А тут на джаггернауте одну кнопку попасть не смог.
Так, 300 очков, ребячки. Титанчик купол прожал. Сейчас должна быть аудишечка, по идее. Плюс-минус по таймингу, по ощущениям. Сейчас дождемся овердрайва. Если он будет. Вроде как должен быть. По таймеру вроде. В моей голове есть просто скрытый таймер. Вроде как по скрытому таймеру, вроде как. Аудишечка должна быть. Блин, я так жестко запотел, чтобы джаггернаута посливать. И у нас тиммейты просто сливаются. Вы чё, ребят? Блин, да, реально джаггер падает. Ой, это оверка падает. Ептеть, мне еще и джагу дают. И что, мне оставаться на джаггере? Блин, ну это такое. Это ж такая себе тема. Надо идти допушивать, наверное. Допушивать надо, не? На мужском делаем. 2-2 не счет, правильно? Делаем, ребячки, поехали. Да-да, нет-нет. Что, дружище, угорал насчет чита на Изидочке? А, что такое, дружище? Насчет титана Изидочки угорал, челик. А что с лицом случилось, дружище? А что с личиком? Что с ним произошло? Что с ним произошло, дружище? Куда ты уехал, другалек? Куда ты просто уехал, дружище? Так, не, ну после этого, наверное, немножечко его это... Побулить немножечко. Чуть-чуть надо. После такого-то надо немножечко подраздать контентика. Ну так, чуть-чуть чисто, чтобы он немножечко погорел еще побольше. Может, сейчас что-нибудь выпишет еще в чат интересненькое. Ну, считаю, что я и на Титана Изиде жестко подраздал. Жестко на Титана Изиде подраздал, жестко. Вот он, вот он, вот он. Он с овердрайвом уже. Откуда у тебя овердрайв, дружище? Дружище, откуда ты оверку взял? Тут он уже ничего не пишет. Тут он уже ничего не пишет. Он уже все, расстроился. Как жаль, дружище, тебя Титана Изида с кризисом просто уничтожила. Соло просто Титана Изида развалила каточку. Соло. Ладно бы там какой-то саппортинг от тиммейтов был, но тут просто соло гейминг. Соло трех джаггеров разобрал в салатик, в нарезочку колбаски. Ну это легкое, легкое.